Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас в обзоре пресс-подборщик Vermeer, американский бренд, модель 504, серия L. Пресс в хорошем состоянии, комплектация пресса. Это кардан, это пульт, оригинальный пульт с множеством программ. Здесь имеется у нас карман, где находится инструкция, гарантийный талон, инструкция на пресс, инструкция на кардан, ремни пресса в хорошем состоянии, подборщик, ширина подбора 1,40 м, диаметр рулона максимальный 1,60 м. Шины подборщика в хорошем состоянии. Здесь все в порядке. Цилиндр сухой. Цепи и приводные механизмы в норме, без повреждений. Имеется бак под смазку, смазочный нагнетатель. Магистрали исправно работают. Сейчас прокрутим пресс, откроем бункер. Цилиндры в порядке, без подтеканий. Состояние ремней очень хорошее. Вот, сейчас проверим еще один механизм. Это гидравлический привод подъема подборщика. Имеется ручной привод, ручную можно опускать, поднимать, и перевод в транспортировочное положение при помощи гидравлики. На пульту имеется управление вязальным аппаратом. Сейчас все проверим. Вот отсюда по нему видно. Цикличность идет в автоматическом режиме. Все, довел, обрезал нить. На этом цикл закончен. Здесь имеется счетчик рулонов.
На пульту считывание рулонов это 7280. Ну вот, собственно, абсолютно исправный пресс, в достаточно хорошем состоянии. Пресс проверен, исправен и готов к дальнейшей эксплуатации.